Добрый день, мои дорогие друзья! Я сегодня оказалась недалеко от рынка сельскохозяйственного Новоясеневского. Сейчас зайду, посмотрю, сколько здесь стоят фрукты, овощи. Так, помидоры 80, кабачки 65, цветная капуста 70, гранаты 100 рублей килограмм, 120-150. Перец сладкий 70 рублей. Помидоры 100 рублей. Помидоры 80. Хурма 100. Мандарин сладкий 60 рублей. Капуста молодая 60 рублей. Баклажаны 70. Виноград кишмиш сладкий 80 рублей. Виноград кардинал сладкий 80 рублей. Мандарины без косточек 60 рублей. Очень красивые перцы 120 рублей килограмм. Картофель 35, морковь 30. Так. Авокадо 3 штуки 100 рублей. Мандарины 70. Гранаты 150. Но спелые хорошие гранаты. Перец острый 50 рублей. 6 штук. Так, это я понимаю, то ли груша, то ли айва. 150 рублей. Вот есть по-кински 300 рублей. По-кински 300 рублей нормально. По-кински 700 рублей стоит. Вот это у меня чего. Так, а это приправы. Давай, остановка. 50 рублей пучок? Угу. Помидорчики 80 рублей килограмм, надо взять. Огурцы стали дефицит, и килограмм стоит 350 или 400 рублей килограмм. Потому что, говорят, завоза больше нет огурцов. Странно, конечно, это. Так, взяла килограмм помидорчиков на 85 рублей здесь и кинзу пучок 50 рублей. Огурцы что-то за 450 не хочется. Беру мандарин килограмм. Марокко 250 стоит, а Абхазия 100. Ну и помимо овощей и фруктов, здесь есть все. Кондитерский отдел. Свежезамороженные продукты от производителя. Так. Блинчики,
чебуреки замороженные с сыром, с мясом, с картофелем, пельмени, магур, котлеты, купаты, сырники, угу. И зелень замороженная, овощи вернее. Так, а это молочный отдел, сыры. Вологодский сыр. Козий сыр 780 рублей килограмм. Маздам 1400. Так, а здесь колбасы. Копченый бараний курдюк 150. Лаваши лежат, а это орешки и сухофрукты. Чернослив 300, финики 250, орех узбекский 600, так, и грецкий 700, очищенный. Брынза 450, чанах 400-430, брынза болгарская 400, все продавцы, ну эти кавказцы, все такие веселые, все дают пробовать. Я говорю, что я не мытый не ем, они уже говорят, помыто все. И белорусские продукты. Так, у меня дома нет хлеба, возьму-ка я лепешку. Вот взяла такой самаркандский хлеб, горячий. Прям горячий, только что испечён. Всё, еду домой. Ну вот так вот я вам быстренько показала ассортимент, цены рынка нашего сельскохозяйственного. Вот так выглядит сельскохозяйственный Новоясеневский рынок. Еду домой. По-моему, начинается дождь. На рынок я ехала не специально, просто оказалась рядом с ним. И поэтому купила только помидорчики на ветке 80 рублей килограмм. Здесь у меня на 85 рублей. Мандарины по 100 рублей, Абхазия. Нет, вы посмотрите, Измир. А Измир — это же Турция. Конечно, обманули. Турецкие я не очень люблю, но посмотрим, конечно. Так, затем я купила кинзу, потому что я очень люблю салатик, помидоры с кинзой. И лепешку самаркандскую. Боже, как она пахнет. Она еще даже у меня не остыла, пока я доехала. Она пахнет изумительно. У меня из сумки в автобусе шел такой запах. Вообще. Так что вот. Все, что я купила на рынке. Все остальное, что продается, и цены, вы видели в моем видео. Всего вам доброго. С вами была Галина. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. А кто не подписан на мой канал, обязательно надо подписаться. Обязательно.